Хотелось пожелать верчанам больше терпения в связи с этой вот надоевшей всем пандемией. Много людей нервничают, и хочется, чтобы были добрее друг друга. Ну и не болели, конечно. Всего хорошего. А чего ждете от этого, от Нового года? Ну, чего жду? Чтобы стали жить лучше, веселее. Чтобы кончилась эта, опять же, болезнь, все к этому сводится сейчас. С каждого утюга одно и то же. Ну, чтобы не болели люди, чтобы дети росли, образование получали, чтобы все были счастливы. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и всего-всего прекрасного. А чего ждете от грядущего года? Ой, успехов, здоровья. И чтобы цены не повышались. Да всего, чтобы было все хорошее. Поздравляю всех с Новым годом. Счастья, радости желаю. Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Желаем вам, чтобы все плохое осталось в проходящем 2020 и 2021 году, чтобы все было только очень хорошо. Счастья вам, здоровья и удачи. Ну, что в Новом году людям пожелать? Чтобы не болели. Да, чтобы обстановка у нас была хорошая, чтобы не было у нас коронавируса наконец-то, и люди могли свободно ходить по улице. Ну, чтобы дети в Новом году у нас не болели, чтобы внуки радовались. Хочу, чтобы все были счастливыми, чтобы коронавирус закончился, ну и чтобы все помогали друг другу, были добрыми. Здоровья и, конечно, благополучия всем людям. Чего можно желать? Только счастья, здоровья и долгих лет жизни. И улыбки всем. Всем благ.